всех от проблем. Станет веселее всем. Ваш дизель, любимый ваш дизель. Мы бальзамы и вакцины, витамины. Мы принцессы, антистрессы, стерилизам. Очень рады вас видеть, друзья. О, столько событий в этом году, но я думаю, самое главное событие – это день рождения нашей страны. Ведь в этом году исполняется 30 лет Украине. Как же классно, как же приятно, что я моложе Украины. Ну, если считать от Киевской Руси, то да. В такой день никаких ссор. Нужно что-то хорошее пожелать. Да что желать-то? Дарить надо. Что? Вот у меня подарок уже есть. Значит, на 30-летие моей любимой страны я подарю бутылочку коньячка 30-летней выдержки. Вот. Да, Сашенька, Сашенька, ты людей не обманывай, да? Ты вот эту бутылку раз в месяц меняешь. Сань, ну, я не об этом хочу сказать. Я хочу, чтобы мы вспомнили, сколько всего произошло с нами за эти 30 лет. Вот, например, мы 6 раз выбирали президента. Нашли чем гордиться. Ну, не скажи, Санечка. Некоторые страны даже это себе позволить не могут. Да, это точно. Да, да. Беда, беда. Хочешь, чтоб вышел, чтоб молния так ему как дала. Это я вслух сказал? Ой. Ну так смотрите, за 30 лет мы ровно 30 раз слышали вот эту вот фразу. Цей рік був важкий, але наступний буде краще. Да. 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 Правильно? Друзья, друзья, за это время в нашей стране появилась одна из лучших конституций в мире! Да, да! Кстати, согласен, это правда, конституция у нас хорошая, но вместе с ней еще и появился лучший в мире конституционный суд, который мы никак разогнать не можем. Да. А я слышал, что в Украине ввели ЗНО. Да. И сразу исчезла коррупция при поступлении в вузы. Ага. Сразу, вместе с образованием, исчезла. Да. А я, между прочим, вот поддерживаю Женьку, потому что ЗНО — это очень круто. Угу. Хорошо, Янчик, скажи, пожалуйста, в каком году Украина обрела независимость? Ну, а варианты ответа? ЗНО! Ребята, зато вам все завидуют. Украина за 30 лет дважды выиграла Евровидение! Класс! Круто! Чему там завидовать? 2 раза на шару поляну европейцам накрывали. Саш, зато наш борщ стал национальным достоянием, а сало вообще известно во всем мире. Юлька, все и так знают, что ты любишь пожрать. Все. Успокойся. Подожди. Хорошо, хорошо. За 30 лет в Украине наконец-то произошла реформа МВД. Была милиция, стала полиция. Классная реформа! 2 буквы поменяли. Были менты, стали понты. Ну, Саша, ну вспомни хотя бы то, что за эти 30 лет Украина 3 была на чемпионате Европы по футболу. 3. Вот это правильно. Вот это круто. А еще, наша молодежная сборная стала чемпионами мира по футболу. Вот. А Андрей Шевченко получил золотой мяч. Да. О, уровень. А Яночка Клочкова 4 золотые медали на Олимпиаде получила. О, вообще просто. Кличко, все пояса вообще в мире забрал, какие были. О. Я вот думаю, может, у нас не страна, а спорт-интернат? А? Друзья, ну не это самое главное, а главное то, что
у нашей страны сегодня день рождения. И нам хочется сказать, что Украина, мы тебя так любим. Ну, и, конечно же, в день рождения принято что? Дарить подарки. Да. И мы хотим подарить смешное, прекрасное, праздничное, украинское, наше дизель-шоу! Веселимся и всех веселим. Заправим, настроим, зальем, зарядим. Садитесь удобнее перед экраном. Со всей семьей на любимом диване. Нас женщины любят, мужчины и дети. Мы самое доброе шоу на свете. Дизель шоу. Дизель шоу. Україна має гумористичний талант. Ого! Приходь 8 та 9 жовтня на головну подію осені. Концерт «Дизель-шоу» у Палаці Україна. Це традиція. І не я її придумав, і не мені її відміняти. Ви приходите, ми запалюємо. Тільки по секрету. Квитки на сайті dieselstudio.com та контрамарка.ua. Телезйомка ICTV.